так званому президенту невизнаної Абхазії страшно уявіть. Він перевів силовиків на посилений режим. Причиною стали масові протести в Грузії. Аслан Бжані заявив, що має захистити так звану Республіку Абхазія від зовнішніх загроз. Він наказав перевести усі силові структури на посилений режим роботи. Катя Деканаїдзе, член парламенту Грузії, як керівниця Національної поліції України, в 2015-2016 роках долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю. Пані Деканаїдзе, давайте взагалі дамо оцінку тим подіям, які зараз відбуваються в Грузії, і які паралелі можна провести з Революцією Гідності, яка відбувалася в Україні? Ну, я бы так сказала, что был очень серьезный переломный момент в отношении олигархической власти, введена Иванишвили, прорусского олигарха, который заработал очень много денег в начале 90-х в России. И первый переломный момент настал, когда после 24 февраля полномасштабной агрессии Российской Федерации в Украине, когда наши власти заняли позицию, которая была очень непредсказуема для грузинского народа и очень, честно говоря, неприемлемая, потому что они не присоединяются к санкциям, они говорят о том, что те люди, которые проукраинские, мы все, и оппозиция, и наши граждане, то есть мы все хотим Грузию втянуть в войну, так что это было уже очень ясным моментом, когда Иванишвили и его власти не смогли остаться так называемой серой зоной, потому что была красная линия, весь цивилизованный мир на стороне Украины, а наши власти, к сожалению, пускают очень много российских граждан, и, честно говоря, это было тоже очень негативным моментом для нашей безопасности. Это раз. Второе, уже серьезный барьер для евроинтеграции Грузии настал тогда. Приняли и голосовали, то есть большинство, за так называемые иноземные законопроекты иноземных агентов. Это, вы знаете, что это русский законопроект, русский закон, которого принял еще Путин в 2012-м. Кстати, такой же законопроект был, по-моему, внесен Януковичем в 2013-м. И тогда уже наши партнеры сказали, что если вы будете голосовать, то есть большинству говорили и власти грузинские МРИА, то есть если вы будете голосовать за этот законопроект, то это означает, что двери Евросоюза для вас закрыты, и вы не получите статус кандидатства. После этого, несмотря на все эти заявления, то есть Госдепа, заявления наших партнеров, они все равно проголосовали, так что очень много людей вышли на улицу. И они начали протесты. Вы знаете, вот я в жизни не видела таких молодых, таких хороших, патриотических людей, которые вышли без таких абсолютно политических партий, стояли, их кормили, отравляли вместе с нами, вместе я стояла с моим сыном, с его друзьями. И несмотря на то, что арестовывали очень много людей, вы знаете, что люди не разошлись, и вот поэтому грузинская мечта взяла обратно. Знаєте, ви тут тезу озвучили, що це в контексті безпеки для Грузії було так. Досить, ну, скажімо так... Алло? Да-да-да, ми вас чуємо. Вчора... Ми маємо підсумувати, пані Хаті. Хатя Деканаїдзе, член парламенту Грузії, керівниця Національної поліції України 2015-2016 року була з нами. Дякуємо вам, але я підсумую, що грузини як впускали росіяни, це був такий фактор досить небезпечний, але так само і випускали. Вони так само, як і з Криму, нині тікають почасти, вони тікали із Грузії після того, як протестні акції почалися.